Нижегородские рокеры из группы «Чекалов» приехали в Саров за несколько часов до концерта и сразу же отправились на сцену. Саундчек перед выступлением – необходимая процедура для всех коллективов, которые исполняют живую музыку. В программе выступлений «Чекалова» можно услышать как авторские песни, так и совершенно неожиданные звучания известных композиций. Вы знаете, мы любим рок. И, наверное, отличаемся во многом от некоторых других музыкальных коллективов, которые поют кавера, будем об этом говорить в первую очередь, да? Тем, что мы не пытаемся умаслить слушателя, а хотим немножко, чтобы их заставить подняться на сыпочки чуть-чуть. Мы начнем с такой более-менее попсы, с общения, с интерактива, а потом жахнем как следует, прямо уже ближе к концу концерта. Группа «Чекалов» в Сарове не первый раз. Фронтмен коллектива Данила Чирьев бывал в нашем городе еще в составе других проектов. А в 2006-м музыкант со своим нынешним коллективом выступал на Дне молодежи. И вот спустя 12 лет «Чекалов» снова на саровской сцене. Среди привычных гитар, клавиш и барабанов на сцене сложно не заметить необычный инструмент, с которым с легкостью управляется солист группы. Это термнивокс, первый в истории электромузыкальный инструмент. Перемещая руку внутри электромагнитного поля, которое создается антенной, мы слышим изменение тона, изменение ноты. Он, в общем-то, уже вполне запросто может быть выставлен на сцену и рок-концерты в том числе. Что мы и делаем. Делают это немногие, а в Нижнем Новгороде вообще никто. Поэтому мы, скажем так, как Валерий Павлович, некий первопроходцы, но он небо покорял, а мы звуки. Яркая и самобытная нижегородская группа названа в честь великого советского летчика Валерия Чекалова. И это неспроста. Музыканты считают себя продолжателями дела Чекалова. В репертуаре группы песни на 12 языках мира, которые они исполняют не только в родной стране, но и на других континентах. Мы представляем свою программу как «Traveling around the world», причем не «world», а «world», то есть чтобы это было такое путешествие, чтобы было вокруг слова, ну и вокруг мира. Ну а что лучше, чем в наше время, чем некая такая романтика, тоска по небу, тоска по путешествиям, по самолетам, по героизму и так далее. На память о концерте музыканты группы «Чекалов» подарили зрителям авторские диски с собственными песнями. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».